В Югре построят крупный логистический центр «Уайлдберрис». Соглашение об этом сегодня подписали директор компании Татьяна Бакальчук и губернатор Наталья Комарова. Инвестиционный проект будет реализован в ближайшие 2 года. Его стоимость свыше 6 миллиардов рублей. Площадь логистического комплекса тоже масштабна – 105 тысяч квадратных метров. Это позволит создать 5 тысяч рабочих мест. Сейчас ближайший от Югры склад находится в Екатеринбурге. Для малого и среднего бизнеса это довольно накладно в плане сбыта своей продукции. С появлением нового логистического центра на маркетплейсе Wildberries число предпринимателей из Югры может вырасти. Почему для нас важна площадка именно здесь? Для нас это получается самый северный наш форпост будет, который будет работать на территорию всего, скажем, северного пояса. Вот. Лично для меня это тоже очень знаковый регион. Я сегодня на встрече с предпринимателями сказала, что можно сказать, что фактически Wildberries начался с Хмао, потому что первый заказ был совершен из Нефтеюганска.